праздничное настроение царит у педагогов. До начала нового учебного года осталось меньше 2 недель, а значит, самое время освежить знания. Для этого специалисты со всей области 20 августа собрались в Копейске на образовательном форуме. Дворец творчества выбран не случайно местом проведения такой тренд-сессии, поскольку у нас есть значимые результаты в организации деятельности творческих коллективов. Поделиться своим опытом с коллегами из других городов решилось 130 педагогов дополнительного образования. Выбран и соответствующий современный формат – тренд-сессия. Тренд-сессия подразумевает себе, это, скажем так, деление опытом между собой по тем направлениям, которые реализует педагог. Сегодня у нас проводится секция для специалистов системы дополнительного образования, посвященная непосредственно развитию данного направления. Сегодня у нас собрались педагоги художественной направленности. Мы в этом году специально проводим такие мероприятия, узкопрофильные, для того, чтобы каждый педагог мог найти ту методическую составляющую, которая ему необходима для работы. Участники – это руководители образовательных организаций и творческих коллективов, а также педагоги-организаторы. Особенно большой интерес тренд-сессия вызвала у работников из малых городов и сел. Мы приехали из Уйского района, из центра внешкольной работы, для того, чтобы набраться опыта, посмотреть на компетентность педагогов и в ближайшем будущем воплотить то, что набрали в своем творческом процессе. Мы с детьми увлекаемся народными играми, народными песнями, танцами и театром. У нас село, и как бы детей не так много, и вопрос состоит в том, каким образом их привлечь и завлечь в свою деятельность. Я из города Бакала, дом детского творчества. У нас один единственный в городе. Коллектив у меня называется «Творческая мастерская», я прикладник. Поэтому как такового коллектив у меня не один, у меня их много детей. Занимаемся прикладным творчеством. Ну что туда входит? Практически все. Мы занимаемся и бумага, пластика. Поэтому, несмотря, как говорится, на возраст, мы стараемся шагать в ногу со временем и держаться на плаву. Шагать в ногу со временем стремятся многие образовательные учреждения. Это касается Копейска. Для нашего города вопрос дополнительного образования детей не теряет своей актуальности. Количество детей в системе на сегодняшний момент, охваченных услугой дополнительного образования, около 8 тысяч человек. То есть это 7743 ребенка вовлечены в творческие объединения и кружки. Но это не полная цифра и не вся, потому что за последние 3 года сделана огромная работа, и у нас более 5 тысяч человек, детей, вовлечены в систему дополнительного образования в рамках или на территории образовательных организаций, то есть в школах. После пленарного заседания для участников встречи организовали мастер-классы по 4 творческим направлениям. Заключительные педагогические собрания работников образования Копейска будут проходить с 26 числа. А самый большой форум 30 августа состоится также во Дворце творчества детей и молодежи.